Пинта, наверное, был бы просто преступником, да, в лице болельщиков. А так, вроде бы дело сделал, ничего особенного. Да, все грамотно. Раз, раз, и там ты. Такие большие ворота, а мяч вошел прямо под перекладину. И не побоюсь сказать, в этом эпизоде команда в обороне играет просто плохо. Пытается, вытянувшись, достать для мяча игрок. Передача. Есть варианты атаку развить. Думаю, надо бить и забирать. Удар! Не очень. Как это называется над лидерами, но в этой атаке не очень надо бить. Какой замечательный проход. Так обвести защитников и остается обыграть вратаря. Но нет. Уже руки падают, руки опускаются, потому что мне нужен мяч, чтобы вторая сипер. Мяча нет, я не понимаю смысла вообще. Ты сам не ожидал, что мяч так легко попадет. Потому что играть без мяча сейчас при таком счете. Не доработал защитник, как легко. Просто это не нужен. Показал себе хозяин, великолепный мяч забрал. Думаю, надо бить и забивать. Своему завершению. Кто победит, совершенно понятно. И одна из команд тоже понятно, какая покинет поле в очень хорошем настроении. Думаю, надо бить и забивать. Прекрасно, прекрасно сыграно в отборе, теперь выбить. Вот момент! Показывает судья, играйте, играйте. А партнер не так уж далеко и открыт, вот ему и пас. Думаю, надо бить и забивать. Это красиво, но, как говорится, для девочек. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. Ну, вот так сегодня у него на всем. Согласись, Вась, что соперника надо было еще, как говорят, загнать на эту красную карточку. Правда ведь, нет? Думаешь, это все было спланировано? Ох, не знаю. Ну что, Лион провалился, надо признать. И это... Говорит, и я думаю, что если Валенсия Гамбург, если Лион вылетит, этого вообще никто не поймет. И это, я думаю, скоро закончится все-таки, вот такое вот бедственное положение. У Вальядолида сразу 4-2 положительная разница. А у Лиона 1-7, и он действительно одна команда с двумя играми и двумя поражениями. Валентина и Кос Блэкберн. У Бангуры 3 гола из Рая Валекана. Бангура. Эберт. Thank you.
Гамбург свой первый матч проиграл Вильяреалу. Валенсия разгромила Лион 4-1. Поэтому Валенсия, конечно, тут в плане. Еще одна.